Спортивный сезон в Центре физкультуры и спорта завершил юбилейный фестиваль единоборств. 180 участников соревновались в 6 видах спорта. Впервые фестиваль провели 5 лет назад. Тогда его приурочили ко Дню Победы. Состязание стало традиционным, и теперь оно еще и закрывает спортивный сезон. Соревнования проходят сразу на 3 коврах и по нескольким дисциплинам, тем, которым обучают в Центре физической культуры и спорта. Киокушинкай карате, дзюдо, ушу саньда, самбо, киокушинкай и греко-римская борьба. Это некий итог нашей работы за сезон с сентября по май. И как реклама, скажем так, наших видов спорта, чем в следующем году и куда могут прийти дети, которые еще ничем не занимаются в нашем районе. Пригласить на фестиваль спортсменов всех возрастов не получилось. Тогда соревнования заняли бы несколько дней, поэтому за призовые места здесь борются начинающие бойцы. Участники спортивного попури заканчивают второй и третий год обучения. Но некоторые из них уже успели стать чемпионами на разных районных и городских соревнованиях. У нас был 2 месяца назад Кубок попуративов, здесь первое место занял. И в новой арене там у нас было соревнование, тоже первое место. Ну я просто, чтобы самообороняться, чтобы не быть... Следующее масштабное состязание в этом зале теперь состоится только в новом сезоне. В сентябре здесь проведут ежегодный и уже международный турнир памяти заслуженного мастера спорта Епифана Тарасова.